Ну-ка. Чего? Ну-ка. Чего? Слова. Чего? Слова. Какие слова? С 9 мая, дорогие друзья. А, День Победы. Кошмар. Приехали на стройку. Приехали. Еще раз. Можно 2 года, как мы начали это строить. Сегодня ровно 2 года, как мы начали строительство нашего дома, но он заключался из строительства санузла на улице. Самый первый стратегический объект санузел. Сашка вчера доращивал люк. Красиво получается. Приедем, будете где-то гладить кирпичики и раствор, потому что мне тяжело ходить себе могут. Ну, сначала мы сейчас найдем щипчики, мне надо розу немножко там подчикать. Ну, заводское кольцо. А? Заводское кольцо. Ну, красиво. Шуруповерт нам надо взять, мы приехали на стройку. На стройку за инструментами. Вот, поедем домой. Надо посеять морковку нам. Подготовить грядку для огурцов. Да? Не будем сегодня огурцы сеять? Будем. И огурцы сегодня будем сеять. Здрасте! Здравствуйте! Со святом! Спасибо! А что вы там делаете? Торнады. Надо торнады попшикать. О, взбомбили. На, включи. Да, торнады. Оно загорится и обвалится. Где-то тут было. О, не знаю где. Где-то видела. Ой. Может, уже в доме. Щипчики там у меня есть, ну, розы. Нигде верхушки все-таки не отходят. Подмерзли. Мне их надо попчеканить. Пока Сашка будет равнять мне землю в огороде. Вот такие, друзья, дела. Дом. Ровно 2 года, как мы начали строительство этого дома. Вот что у нас за 2 года есть: стены, где-нибудь потолки, полы, вернее, где-нибудь, да. Потолок в одной комнате уже есть. Ну, стены все, не штукатурены все. Нигде не видишь щипчиков моих? Нигде не видишь щипчиков моих? Залить пол нужно здесь, на кухне. На кухне. Ну, я не знаю. Санузлы. Ну, санузел и душ. Маленький коридорчик. Вот. Так, включить воду. И можно заселяться жить. Вот так вот. Так что, думаем, еще годик. Еще годик, и мы переселимся в новый дом. Так что... Кто бы там ни говорил, что у нас руки к руке, и мы в обществе я тупая и тому подобное. Вот. Как бы какая ни была, все делаем своими руками и со всем справляемся. Вот. А кому не нравлюсь, кто считает, что это все наиграно, что это все неправда. Все мои ролики неправда, вся моя жизнь это неправда, а сплошная ложь. Ну, идите смотрите там, где вам снимают правду. Где вы считаете, что там правда. Все. Чуточку попозже еще включусь. Форма одежды. А не парадная выходная. Тут огурчики будут сидеть? Помидорчики? А огурчики? Огурчиков не будет. Здесь Санек работает, я стою. Ничего не делаю. А где девочки? А? Подруги ваши. Какой? Дядя. А?
ляли пошли. Ясно. Досочки приготовили. Добре, поняла. Пока Саша равняет там землю, я со стройки привезла свои кусачки. И вот есть, допустим, роза белая. Да? Что-то она не ахти ей. Еле-еле вот пускает почки. Тут вот надо пообчеканивать, короче, надо сухое. Она от корня вон пускается. Так вот можно. Вот, сравниться. Вот это вот белое тоже. От корня пускается, это вот подсохло. Хотя я ее, кто меня смотрит хорошо и тщательно и давно, знает, что всю зиму сюда бросала снег. Вот эта роза пустилась. Видимо, будет плетистая, не кустовая. Вот это тоже вот роза. Нормальненько так. И это, а то, что пересаживала дождями, ну, что-то вот есть. Почечки. Раскрывается, короче, раскрывается. Только странно, вот это вот толстое, вот это одинаковое. А все остальное разное. Очень странно. Ну, посмотрим, как оно что будет вести. И расти. Как-то вот так, ребятки, у нас наша жизнь. Перед вашими глазами одуванчики надо выкапывать. О, сколько много одуванчиков. Ой, сейчас сдуете ветром. Кукареку. Манька. Что я сделаю? Ну, хотим никотоненькое испыть побольше. Серенькое, потом давай. Это тяжелее. А это крывая какая-то. Ой-ой-ой, ветер-ветер. Угу. И что? Телефон нужен для этого? Работай, не бубни! Все, я помогаю, я болею за работу. Я болельщик. Я пришла убивать зайчиков. Видишь, какая сила надо дуги ставить. У меня нет такой силы.
здесь ямочки садишь? На этих, по боках, да? Тик-тик. Вот так вот. Мужчины. А огурцы нас всегда сажают. Санек. И мы их не проращиваем, а так просто тыкаем. Да? Угу. Давай позируй на камеру. Сыграй нам хозяина. Видите, только правду. И только правду. Все заканчивается. Мало пакетики. Ага. Надо еще два таких. Место позволяя. Поедем за пленкой. А? Санек. На брусочку. Вот так. Вот и посади с таким побольше огурцов. Маврусовочку. А? Толку больше садить. Выкидываете. Мы выкидываем все. Вот так. Взял, рассказал всю правду обо мне, что я выкидываю огурцы. Все, теперь неинтересно снимать. Теперь будешь сам их полоть и закатывать, раз я выкидываю огурцы. Не умеешь? Тоже будешь выбрасывать? Mm-hmm. Вот так, понятно? Мы сажаем огород, чтобы потом все выбросить вон. Что скучно не было, сажаем. Все сажают, мы сажаем. Все копают, мы копаем, да? Все полить, мы полим. Все закатывают, мы закатываем, да? Ну, короче, как все, таки мы. А вы как? Угу. Прилез Сашка машине, что еще посадим две такие грядочки. Такие или чуть поменьше? Такие, да? Чуть короче. Ну, не важно, короче. Огурцы у нас будет от всех. Вон до яблони. Вот. Сейчас посадим. Посеем. Травку будешь собирать, да? Молодец, молодец. Что? Мне собирать травку? Ну, ты, блин, даешь. Я травку. Где-то видно, чтобы я работала. А? Санек. Санек. Разве так можно? Жену заставлять работать. Травку. Тут же не травка, тут целую еще кучу скину. Саш, разве так можно? Как мне копошиться тут? С моими ногтями, руками. Разве так можно? Нельзя же так. У меня же маникюрчик. Маникюрчик у меня. Кто меня пожалеет? Никто меня не пожалеет. Кто мне денег даст на ногти? Никто мне не даст денег на ногти. Все самой надо зарабатывать. Ух. Все самой, все самой. Кошмар какой. И такая тут уже и трава. Как тут было заявлено производителем огорода. Совсем чуть-чуть. Все. Собрала травку. Куркам. Курки. Вам травку несу я. Ой. Доминика подсела на наш канал. Я об этом вам говорила или нет? Ну, в первую очередь, конечно же, мы снимаем. Я снимаю для себя. Чтобы потом, когда буду старушечкой, старушечек, включить и посмотреть. А, ну, не совсем, ну, старушечкой, старушечек. Когда это... Да, буду старенькая, не смогу работать. Буду лежать ленивой жопой. Зайду и посмотрю, какая я была молодая, энергичная бабенция. Вот. И буду плакать, плакать о своей утерянной жизни, молодости. Чего бы могла еще сделать, успеть. А не сделала.
Вот. Кому могла бы еще помочь, да не помогла. Ой, короче, как-то вот так. Что там парник я спрятался? Парник в этом году не красила? Красиво цветет. Алыша. Будет много-много ягодок. Вот, впервые вот снимаю это все для себя. Ну и, конечно же, уже для вас. Для постоянных зрителей. Для тех, кому нравимся мы, да? У тебя зуб на голове. Смотри, зуб? Упал. Где зуб? Смотри, какой. Где зуб? О, какой сидел у тебя на голове. Жук. Ого! Жук. И... Он прикинулся мертвым. Смотри, какой хитрый жук. Ага. Прикинулся мертвым. Какие у него усики интересные. Эй, фокус. Усики, как у олени. Это, может, жук-олень? Наверное, он маленький. Друзья, кто это? Жук-олень? Он очень маленький. Не знаю, на камере он очень огромный. Ну да, на камере огромный. А так он маленький. Жук-олень. А спереди? Покажись. Надо солнышко срочно. Где солнышко? Это все листва. Эй, фокус. Если ты меня укусишь... Ой, он прицепился лапками к моей руке. Все. Где ты, Миника? Внутри дерево красивое. И туалет. И туалет красивый. Угу. Где Доминика? Ну, еще туалет и красивый цвет. Доминика где? Что ты бросила сестренку? А, давай, давай, давай. К сестренке. Быстро, быстро. Посадила еще два рядочка лука, севок, обнаружила в погребе. Я не помню, каким образом я в прошлом году вырастила севок. Хоть ты пересмотрел прошлогодние все ролики, майские посадки. Откуда у меня севок самовыращен, не понимаю. Может, это лук был, который севок мелкий-мелкий-мелкий, я посадила, и получился побольше севок. Но не знаю. Три рядочка морковки. Девочки, строили пикник. А где нам сесть? Ой. У тебя перекус у нас? Вот. И еще будем сажать картошку. Ну что, ребят, приехали мы с Саньком опять на стройку. Посадили огород, насадили еще картошки. Но ёпсель, мопсель же. Вытаскиваю тачку. Она кулится. Куляется. Зараза. Ты что, в дерево не ходишь? Ты что, не понимаю? Пошла. Входит и выходит. Буду возить Саньку. Сейчас. Отпускаю немножко себе. Подвезет, замешает. Бетон себе замешает, штукатурку, это как называется. Вот. Будем ложить. Будет Сашка ложить яму. Кирпичок будем подвозить, подтаскивать. Короче, теперь работаем на участке. Нельзя попрошайничать. Нельзя попрошайничать. Продолжаю. Рухим грабли, саням нужны. Что там, вода есть? Появилась. Водичка. Колодец, колодец, колодец. Давай воды напиться. Пошли кофе пить.
Кофе-паузу. С красивой такой вот кружечки. Старинный. Красота. Ну что, подрастает твой колодец, да? Красиво. Ой, кстати. Вон какой. Получается кругленькой. Да? Угу. А я с грабельками выхрабла вот этот весь откос в дороге. Красиво. И спалила траву. Так, быстренько, незаметно. Фу, можно отдохнуть. А я между делом все посижу. Что травку погребла. Песочек Сашку привозила. И кирпичики подношу. Беру по несколько штучек, потому что тяжелая. И ношу Сашке туда. Все же легче мужу, правда? Вот, а он уже строит. Ну, я, может быть, тоже бы такое сделала, но навряд ли у меня такое получится. Угу. Тихо, тихо, сейчас зевалишься. Даже ровно. Что тут уже? Ку-ку, там есть водичка. Да на телефоне не сильно-то и глубоко. Поискать чуть-чуть. Три кольца. Растворчиком тяни. Три вот таких кольца. Будет красиво. Все, красота. Так не что это? Можно было уже ложить? Знаю. Нормально? А как мы будем его пригвоздить? Раствором, просто раствором. Страшно раствором. Надо вот такими его гвоздями. Я боюсь таких глубоких ям. Ку-ку. Телефон не урони. Ау, я его крепко держу. Сейчас забираемся. Уваливаем. У нас уже закат. Завтра будет. Завтра мне заштукатурить. Да? Заштукатурить, установочка лучше. Ты уже будешь без меня, я на работу завтра в ночь. Да? Угу. Молчун. Вот и все. Доложили. Дорастили канализацию. Вот так вот называется это правильно. Потому что проложить траву, мне завтра заштукатурить, за целый день добраться сюда. И завтра мне еще нужна работа. Завтра будет вторник, потому что сегодня у нас понедельник. Все, мои хорошие, мои золотые. Всем счастья, любви, здоровья всем. Пока-пока.